Да, не Даня, а Дана. Дана, привет. Спасибо большое за донат. Спасибо за то, что миссию провели. Привет из Владимира. И с наступающим вас. Привет из Владимира. Я анекдот один вспомнил. Ну, здравствуй, доктор. Я звоню вам из Владимира. Спасибо за поддержку. Слово, чтобы у вас не возникало никаких вопросов, вот это мой муж. Я замужем, поэтому не надо мне тут все эти ваши шиперские штучки. Ты думаешь, это их остановит? Надеюсь, что да. У кого-то в инсте сегодня в отметках будут вот такие вот видосы, когда я буду вот так вот на тебя смотреть. Под романтичную музыку. Это ожидаемо. Это база. Столько месяцев прошло, я думаю, мы уже могли привыкнуть. Давай еще вот так вот сделаем. Нет! Спасите меня, пожалуйста. Муфик, спасибо. С наступающим. Спасибо, вас тоже. Наташа, привет. Отпусти! Ну так удачного стрима. Если с той стороны встала, может там я хотя бы ноги получше. Вот здесь. Ну только давай так, чтобы тебя видно было. Не, не видно. У тебя освещение фигня. Ну так чуть-чуть. У меня есть конфеточка. Я реально, я сейчас вырублюсь, ребят. Отпустите человека спать. У меня есть чувство, что я Новый год просплю. Ну, к слову, такое. Хотя, у тебя станет режим. Ты понимаешь, ты можешь проснуться к Новому году. Угу. Это получается 1 января у меня спросят, когда ты последний раз спал. Я скажу, в прошлом году. Ответь, что у тебя делает Натаха? Он в данный момент стоит. Ответь, что у тебя делает До Натаха? Этого сидела на стуле. Да что там читать? Кулык. Привет, Ави. Кулык. Вы же мои умницы. Вот правильно? У меня чат здесь. Я что, думаешь, его не вижу? Вы же мои умницы. Так люблю смотреть твои видосы. С наступающим. Спасибо, мадам, за 50 рублей. Большое спасибо. Мне очень приятно. 87+. Почему? Почему 87? Почему пишут 87+? Я не знаю. У тебя коленку видно? Тебе не видно ничего. Ну. Так ты или ты не шаришь за прикол с коленкой? Шарю, конечно. Ну, вот. А чё тогда? Всё. Тун-тун-тун-тун. Мы с Наташей иногда обмениваемся секретами, когда я микрофон выключаю. Не. Где живет Натаха? Пусть ответит Натаха. Я живу в Самаре. Где живет Натаха? Самара. Пусть ответит Натаха. Где? Поставим место мне. Вот на, садись. Реально. Садись. На почику. Да, тихо. Наушники, одно ухо, чтобы было открыто. Не, вот это ухо, чтобы ты меня слышала. Вот донаты, вот о, капец, это неудобно. Игра идет! Игра идет! Не надо, я не хочу, правда. А, то есть ты не будешь? Нет. Падай. Чего? Ну общайся с чем-то, я сплю. Слушай, мне очень неловко, правда. Новогодняя няшка. О, новогодняя няшка, привет. Сколько раз ты у меня на стримах была? Привет. Кто? Как у тебя привет. Дело? Можете вот так вот, физическому облике. Один раз. Вот с наступающим Новым годом. Давай, Натаха, Харит Кикич. О, правильно, Харит Кикич. Натаха, я тоже живу в Самаре. Привет. Натаха, я тоже живу в Самаре. Он Кикич. Вы бы знали, насколько он я Кикич. Я могу ведь микрофон выключить. Давай. Нет, я не хочу этого. Слушай, я включил микрофон, и ты сказала, я не хочу этого. Вот, пускай они думают. Да хоть с чатом общайся, что ли? Да чё говорить? Аноним, спасибо за 20 рублей. Все курлыкают, чё говорить? Они на моем разговаривают, понимаешь? Только я их понимаю. Так отвечаем на свои. Ну, курлык. Надо как-нибудь. Не щекотись. Не надо. Мой тебе совет, не надо. А то что? У тебя-то, ты сейчас на кресло сломалась. На этом, на сломанном переломанном. Кресле. Да. Удобная подставка, слушай. Да мне тоже. Ну все курлыкают, что говорить? 87 плюс, а почему 87? Почему нет? Вы же общайтесь с чатом, я пойду полюблю. Ну реально, я серьезно? Да.
Да, я совсем немножко. Он меня киданул. Она сзади. Давай еще раз. Не надо. Вот представляете, вот он вот оставил меня. На кого? Ни на кого. Говорит, иди, Наташ, разбирайся, что делать. А что говорить? Ну... Поздравь час с наступающим. А, да, с наступающим вас, ребятки, а то что, я как не своя. Поиграю, что ли. Господи, какое у тебя неудобное управление, это ужас какой-то. Как же у тебя неудобно, боже мой. У тебя, во-первых, монитор огромный для моих глаз. А! Во-вторых, у тебя очень... Это еще и два. Их еще два, да, как-то. У меня, понимаешь, у меня монитор намного меньше. Плюс у тебя с чувствительностью что-то дичь какая-то. У тебя еще покачивание камеры, боже мой. Как ты так играешь? Ребята, извините, что я не читаю, просто я не умею как Нукзар делать. Я просто на игре сосредоточена. Но там в любом случае все курлыкают, поэтому мне особо нечего читать. А! Привет, Кекиш, спасибо за донат. Ну так ты все... Нет, у меня есть муж, я вам уже говорила. Ты встречаешься с Хирейдом. Нет, вот, у меня есть муж. Нечего отвечать. Ой, на себя засмотрелась. Сколько тебе лет? Мне 16. Малая. Да иди в пень, ты меня всего на год старше. Хрейд попа. Это правда. Во-первых, для нас с наступающим Новым годом. Эдисон жопа. Осуждаю за это. Эдичка не жопа. Эдисон жопа. А вот он жопа. Аккуратно. Аккуратно. Не надо. Нет, нет, нет. Убери. Не надо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Будем драться? Руки убрал. Он мне шею это чешет, не подумайте. Все, хватит, а! Все, стрим дальше. Я не хочу, давай ты сам. Стрим, я хочу отдохнуть. Так прям сложно тебе, что ли? Нормально, знаешь, обеденный. Да. Все пишут 27+, 87+, понимаешь? Вот что ты наделал, а? Что ты наделал? Я просто это, внутри. Ну зачем, а? Алмазик 228, Наташа, такая красивая без маски. Спасибо большое. Наташа, а! Что я сделала? Я что-то сделала, Гзар! Я что-то сделала! Я что тут куда-то не туда тыкнула. Спасите. Все, комплимент теперь тут. Не, ну блин, я тебе все сломала. Я не хочу играть, понимаешь? У тебя управление ужасное лично для меня. Понимаете, я умею играть нормально, просто. А! Мне очень неудобно с его управлением, все, я упаду просто. Мне... Да. Ксения, прочитай ему прошлый донат. Как? Мне так музычка нравится, которая на фоне играет, ё-моё. Чё, все належалось? Ты стрим, я просто приглядываюсь за мной. Чё тебе за мной приглядывать? Мне неудобно. Мне пофиг. Вот ему вообще пофигу на меня, понимаете? Приехала к другу. Мы собрали 37% на то, чтобы Новый год отметить. А, да тихо ты. На салатики хватит. Ну ты пойдешь продукты покупать. Нет. Да. Ты пойдешь покупать продукты, с меня салаты. Мы договаривались. Этому человеку. Все? Это его ссылка, собака. Отец. Выхилини, собака, сало, подчеркивание, 342. Ты сможешь отыграть роль человека из команды Эда? Папа Ждем дома. Места ограничены. Так. Ой, папа вернулся, ребят, давайте. Рейд, ты да будешь буду, участвовать на стриме Эда? И позови Эда. Эд занят. Чё вы ко мне пристали? Рейд попа. Правильно. Супер. Подтверждаю. Курлык, курлык, курлык. А вы встречаетесь? Курлык.